Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Дежурная часть столичного полицейского управления поступило сообщение по факту нанесения ножевого ранения мужчине. В дежурную часть столичного полицейского управления поступило сообщение по факту нанесения ножевого ранения мужчине. Прибывшими сотрудниками ОМВД РФ по городу Элисте на место происшествия было установлено, что к данному преступлению причастен 50-летний мужчина, который дал признательные показания. Правоохранителями было установлено, что после совместного распития спиртных напитков в ходе возникшего конфликта ранее неоднократно судимый подозреваемый нанес один удар ножом в область груди потерпевшему. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся необходимые следственные мероприятия.